партнерство, оно только усилит. И почему присутствуем мы здесь? Потому что 2021-2030 год объявлен Организацией Объединенных Наций десятилетием восстановления экосистем. И деятельность по этому направлению курирует программа продовольственного сектористского организации и программа по окружающей среде. Вот ту акцию ежегодно, которую мы сегодня будем анонсировать, «Чистые берега Евразии 21», вот, она будет являться достойным вкладом в десятилетие сохранения экосистемы. Поэтому прежде всего я еще раз хотел поблагодарить за вот сегодняшнее подписание и участие Вячеслава Александровича уже в качестве председателя Всероссийского общества охраны природы. Я уверен, что как только общественные организации, люди на планете Земля примут решение в пользу будущего, потому что все политические, так скажем, планы, стратегические планы будут ориентированы на человека. Все-таки это тема, которая, я точно знаю, волнует молодежь планеты сегодня. Мы не имеем права их сегодня подвести. Большая честь для меня сегодня с ассоциацией международной озерных регионов как раз это наше соглашение морального взаимодействия подписать. Для нас это очень важно, взаимодействие с международными структурами, которые пойдут на благо восстановления все, что связано с озерами на территории нашей страны. У нас огромное количество, они требуют внимания со стороны государства прежде всего. Мы точно понимаем, что без участия правительств тех уровней, я бы так сказал, да, сложно будет эту проблему решать, хотя накопленный ущерб уже достаточно большой. Конечно, мы будем проводить и совместные акции, совместные мероприятия по очистке берегов. Это очень важный момент, тем самым привлекать и увлекать в процесс все больше и больше людей. Это по аналогам субботников, высадки деревьев. Мы понимаем, что самый большой ресурс для жизни людей на планете Земля – это вода.